газета. Сейчас очень много интересных проектов, что звезды идущие, прыгают, да. Иначе пытаются. Что только не делают, универсальный артист. Вам не предлагают, а именно какой-то кардинально сменить имидж и, например, универсальным артистом. Ну, вы знаете, мне уже не так мало, я уже, знаете, да, уже много лет, и поэтому иногда какие-то проекты для меня немножко сложные. Поэтому не предлагают, но я очень думаю, потому что не так как-то можно охватить. Привет, Никитина. Вот сейчас такое время, вот весна, но непонятная погода, можно. Вот как укреплять иммунитет, если просто простужаетесь, как лечить? А я, знаете, как я очень активно сейчас живу, я делаю зарядку, я занимаюсь физическими упражнениями, ходьбой, бегом. И вы знаете, когда вы в хорошем теле, хороший дух, тогда, в принципе, болезнь отходит.